когда мы приехали сюда, я почувствовала тепло, тепло дома. Как будто бы я приехала, не уезжала из дома, и как будто бы я пришла в свой дом. Тут нас тепло встретили, занялись нашим здоровьем. Делают припарочки, купают, моют. Кормят очень хорошо, вкусно. Хотя и вегетарианская еда, но очень вкусная. Вначале, конечно, было непривычно. Но сейчас все так вкусно и здорово. Я думаю, что дома я буду придерживаться этой пищи. В новые обиходы, в санаторий наш дом, я приехала в первый раз. Меня пригласила сюда моя подруга. Я давно хотела попасть в такое место, но никак не получилось. И вот я приехала сюда и увидела, что не зря. Здесь удивительные люди. Я чувствую это на себе. Их заботу, внимание. Они не просто лечат тело, но и душу. Я курю. Но здесь, вот, в течение 10 дней, я как бы бросила курить, и мне даже не хочется. Просто эта атмосфера, обстановка мне помогла. Я думаю, в будущем я уже буду этим заниматься и питаться буду, придерживаться питанию такому, которое здесь, и продолжать заниматься собой. Делать зарядку, ходить на прогулки. Ну, что еще сказать? Хочу, что здесь действительно я оздоровилась. Да, здесь, я думаю, что не первый последний раз сюда приехала. В будущем я постараюсь еще приехать ближе к лету. Просто здесь действительно райский уголок. Здесь лес, вода, воздух, люди прекрасные. Все же уверена, что я буду следить за своим здоровьем. Не буду курить, буду питаться правильно. И мне дали рекомендацию врачи уже, как, что пропивать, какие зарядки делать. Я буду придерживаться этим рекомендациям, потому что я просто знаю, что это в пользу моему здоровью.